Люберецкий городской жилищный трест показал свою готовность работать в зимних условиях. Самая крупная управляющая компания округа провела традиционный смотр техники. Как коммунальщики будут бороться с сюрпризами погоды, узнала Луиза Егиазарян. В день, когда управляющая компания ЛГЖТ продемонстрировала технику, предназначенную для работы зимой, в Люберцах выпал первый снег. Зима уже на пороге, но коммунальщики полностью готовы встречать ее. Запасов специализированных машин, противогололедных средств, инвентаря и людей хватит, чтобы справиться даже с самыми обильными осадками. У нас порядка 450 человек занимается обслуживанием жилого фонда. При этом мы имеем возможность увеличить численность этого персонала до 480-500 человек. Как показывает практика, данного количества персонала вполне достаточно для этого. Полной боевой готовности аварийно-восстановительные бригады. Их в компании ЛГЖТ 4. Это слесари-сантехники, электрогазосварщики и электрики, которые будут ликвидировать внештатные ситуации. Управляющая компания ЛГЖТ, она самая крупная не только в Люберецком городском округе, но и во всей Московской области. Это самая крупная управляющая компания. И здесь есть опыт, здесь собраны люди, которые профессионально подходят своему делу. Я надеюсь, что, учитывая то, что сегодня в ЛГЖТ как бы все необходимое имеется, мы зиму должны пройти. Под ведомством ЛГЖТ 884 многоквартирных дома. В зоне обслуживания управляющей компании 4 миллиона квадратных метров придомовой территории. На ежегодном смотре представили лишь малую часть техники, которая будет содержать ее в чистоте и порядке. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.